Hey, огнесмешники, мы продолжаем пройти игру по названию True Fear. Или Try Fear. Окей, мы с вами прибыли в новый, так сказать, дом. В наш родной дом, где мы жили. Тогда что был за старый дом до этого? Мы изучили большинство комнат, но мы изучили не все, и я начал уже запутываться, куда мне вообще идти. Во-первых, нам нужно откуда-то получить... А, точно, бабушкин ключ, как сказали, дверь. Ключ из дома подходит всюду. Поэтому плюс одна комната у нас. Окей. Дэвид, наш дедушка. Мы с дедушкой всегда отлично понимали друг друга. Он был, по крайней мере... старался быть простым человеком. Он научил меня решать проблемы вместо того, чтобы их избегать. Когда мама умерла, он начал всех подозревать, особенно обитателей поместья Ладиус. Он никогда не делился со мной своими мыслями по этому поводу, поэтому я считаю, что ему просто нужен кто-то, кого можно винить в смерти мамы. Стоп, а это не было, да, у нас? Не знаю, ты сломал его. Ненавижу сны, в которых я умираю. Это ясно ощущение неизбежности. Просыпаюсь, и требуется время понять, что я в безопасности. Но теперь я могу проснуться. Похоже, что у меня нет отца, но есть мертвая сумасшедшая сестра. Далее. И, судя по всему, мы с Хизерой видим одно и то же странное привидение. И вот опять эта больница Darkfall Asylum. Так, лечебница Darkfall, мы гордимся тем, что заботимся о каждом пациенте индивидуально и так, как он это заслуживает. Вы покинете лечебницу другим человеком, мы обещаем. Окей, давайте начнем картины. У нас же есть там, да, что-то связано с летом. Вообще было... Вот, есть часть мозаики какая-то. Так, мой дедушка испытывал страсть к военной истории, особенно к форме. Рамка выглядит пустой. Я уверен, что он приготовил ее для своей незавершенной картины. Может, мне закончить ее за него? Вот. Я стою здесь, а больше нет. Навсегда. Он был так близко все эти годы. У нас было столько возможностей помириться, поговорить. Теперь все, что я могу, это стоять здесь. Представляя его спящим в этом холодном в этой лачуге. Почему я была недовольна тем, что он рисует эти рыцари? Я могла бы помочь ему. Вместо того, чтобы попрекать его. Мне так грустно за мою бабушку. Я чувствовала то же самое в доме Хизер. А теперь и здесь. Почему начинаем понимать, что имеем, только когда этого больше у нас нету? Так, что-то стрёмное начинается или что? Дверь закрыта, всегда была закрыта. Может, с той стороны закрыта какая-то мрачная тайна? Так, а чем-то связать у меня ж нету, да? Магнит все еще достаточно мощный. Я могла бы ей что-нибудь намагнитить им. А что? Но если эта стрелка... Хотя это газовый вентиль. Так, подожди. Мне нужно... Будем делать по полосочкам изначально. Так, эта полосочка держится.
Ага. Так, а это, походу, как раз верхняя часть. Готово. Вентиль. А, бумажки. Варежки. Уверен, это все еще работает. Мне просто нужна кассета, чтобы проверить. Бабушка. Марта, моя бабушка. Она вовсе не была типичной Марты. А, ну это мы читали в описании. Так, а теперь, как я понимаю, мы можем закончить картину. Так как у нас есть краска. Поехали, синенький. Так, так. Готово. Красный. Раз, два, три, четыре. Пам-па-па-пам. Ну, па-пам. Так, желтый. Пам. Пам-пам. Рука, меч. Перо. Синяя вот это. Так, вот эта часть ноги, это. Красная также вот эта часть, и синяя вот эта. Вот этот цвет я немного не понимаю. Зеленый тут, зеленый тут, зеленый тут. Зеленый тут и зеленый тут. Желтая здесь. Зеленая часть руки. И, как я понимаю, красная вот это и вот это. Так, желтая маска. И желтая вот эта херня. Сейчас кота высвобожу. Просто на самом деле сложно довольно понять. Так, ручка у нас красная. Так, так. Я вот это вот не понимаю. Это тоже красная вот эта часть. Но здесь оттенок синего есть. Вот он, если его можно увидеть. Еле-еле. И здесь оттенок синий. Окей. Рисунки готовы. Найс. И что? Ой, мне понадобится молоток и гвозди, чтобы починить. Ага. А у нас, по идее, ни того, ни того, да? Найс, 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 найс. Что мы можем вообще примагнить здесь? Хм. Блин, не хочется брать стопы у твари. Где у нас была? Та-та-та, в духовка, вот она. Похоже, там что-то внутри. Но вода слишком горячая, чтобы залезть туда голыми руками. Так, а чего у нас ручка? А чего у нас ручка и вентиль? Начинается по ходушке, поехали. Здесь раковину сделать.
сюда ракушку, и этим нужно, это нужно намочить. У нас влаги, по сути, здесь нету. Дальше здесь. Здесь нужны батарейки. И все. Здесь нам нужна леска, попугай. И куда можно будет набрать вот этой херни. Здесь нужен маленький ключик. И ручка вот. Хорошо, допустим. Здесь нужны слоны, либо что-то типа того. Также можно открутить здесь, но у меня нечем. Может, вентиль присоединить? Не. Так, здесь у нас только неактивный стал... О, подожди. Мне не нужен второй выход. Пока что. Закрытый слишком хорошо сделан, чтобы открыть силы. Мне нужен ключ. Ключей у нас больше с вами нет, у нас есть лом. Лом неактивный. Сюда мы никак не попадем, потому что здесь у нас нужна деталь. Что-то острое, нож. Хорошо. Здесь мы достали. Бац-бац, у нас идет кухня. Здесь нужна была нам ручка. Так, о боже, погодите, это не настоящий глаз. Он стеклянный. И все равно с чего бы ему быть здесь? Так, стеклянный глазик. Куда бы он мог быть активным? Это выход на кухню. Сюда не хватает какой-то детали, но какой именно? Тут не сказано. Эмблема. Что является за эмблемой? Так, так, так. Это мы исследовали. Здесь мы... Нам нужно как-то листво отгребсти. Но снова же совок нам не помогает. Здесь мы все исследовали. Есть вот это еще место. Но снова чем цепь? Ничем. После идет машина, где, кажется, что-то зашито в сиденье. Зачем это кому-то что-то? Я пытаюсь разрезать, он... Мне довольно неострое. Закрыто. Замок особенный, и ключ от машины к нему не подходит. Ага, тут еще есть один ключ какой-то. Окей. Дальше. Здесь мы все исследовали. Крюка, понятное дело, у нас нету. Миска. Не уверен, что я пытаюсь добиться, но мне определенно сначала надо наполнить миску водой. Водой. Водой у нас вода, только ванна, и ванна у нас неактивная. Да.
Так, в домик нам не попасть, потому что у нас нету с вами крюка. Предохранителя у нас тоже так же не наблюдается. Зато у нас есть газовый вентиль. Хотя мне следовало бы побольше заниматься. Но что явно закупано, получится использовать, когда хрупкое. Слишком хрупкое. Короче, давайте используем то, что я могу использовать. Потом... А, подожди, я ж могу еще что-то примагнитить. Хорошо. А что? Нож. Лом. Класс. Винтель, миска, не знаю. Много-много-много всего. И вот это у нас неактивное. Ну блин, ну все равно ты. Я не понимаю, чем мне его сделать. Никогда не понимаю, зачем мышь едят провода. По крайней мере, их легко починить с помощью изоленты. Где ее взять? Вот, все, что у меня есть, вы видите. Так, ладно. О, подожди, а что там нам? Это миска Чешера. У нас был кот, когда я была маленькая. Он убежал однажды, и я очень расстроилась. Мне ставили миску на кухне, на его коврик. Трех эмблем не хватает. Я уверена, это были кошка, рыба и птица. Ясно. Короче, понятно, что все ясно. Поехали. Раз, два, три, четыре. Короче, вот эти четыре комнаты. Что здесь? Все. Так, вы запомнили? Вот эти. Эти и вот это. Так, ломик. Молоток. Винтель. Пошло-поехало. Так, возвращаемся в дом. Используем молоток на картину. Вешаем картину обратно. Я помню, здесь был правильный порядок, в котором должен вести картины. Может быть, это в доме есть подсказка. Окей. Это я здесь был, значит, следующая здесь подсказка. Угу. Это не выглядит как пища. Молоко подошло бы лучше. Молоко. Молоко. Каев. Нихера, тут еще ящик есть какой-то. Так, подожди.
Так, я, короче, как я понимаю, не возьму, да? Только вот так. Оказывается, там была головоломка. Так, это от комнаты. Как я понимаю, здесь лежала. Нет? Странно. Эмблема от почтового ящика. Один фиг. Мой дорогой старый друг, ты заблуждаешься. Мы так же, как и ты, заботимся о благополучии твоей семьи. Ты прекрасно знаешь, что мы вам дали. Если ты не позволишь нам увидеть Элизабет и всех ее детей, мы можем быть не насколько добры в будущем. Чарльз Лаудис. Письма от Чарльза, главы семьи. Ладиус адресована девушке. Она похожа на те письма из лечебницы, что я видела в доме Хизер. Ок. Ок, заводной ключ. Шкатулка у бабушки в комнате. Ага, типа запомнить надо. Это пятый уровень, типа? Типа запомнить 5 последовательностей. За что мне это? Ну хотя бы новая мелодия. Типа в обратную, поняли, уже идет. В смысле, еще? Не, давайте, наверное, буду куда-то записывать, хотя бы черточки ставить, потому что это усложняется процесс. Ну, пока что типа легко. Давай. Пока
пока что типа запоминается. И потом ты, да, дернулся? Ты? Так, та. Окей. Поза этих рыцарей выглядит знакомо. Я видел их на картинах. С мечом. В атаку, защищай, поклоняйся, вославь солнце. Картины, 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 картины. У нас действие. Так, в атаку. А, не, стой, это вославь солнце, в атаку. В атаку, защита. Ага. Письма. И чё? Нахера мне письма? Думай. Думай. Может, тут ещё что-то есть? Глаз, я не знаю для чего. Молоток остается секретом. Письмо. Опа, стоять. Мне определенно понадобится что-то мощное, чтобы разблокировать путь. Я помню, как дедушка приделал лебедку. А, то есть это мне просто сам назад телепортнуло. Ладно, поехали, меню. Опции. Среднем. Кухня. Улица. Кухня и улица. Вот это улица и кухня. А, тут замок есть. Я уже про него и забыл, что он ржавый. Газовая горелка. Рабочая. Теперь ударить чем-то тяжелым. Молоток не тяжел, нихуя, ни разу. Вес. Лом. Ну да, молоток нет, ребят, вы шо, молоток он не... Веревочная лестница. Так, где наша улица? Теперь я могу сюда забраться. Плоскогубцы. Этот замок крепкий и не сломается. Мне лучше найти ключ. Этот шепот. Он говорит мне вещи, о которых больше никто не знает. Я только что видел девочку в окне второго этажа. Может быть, она потерялась? Я проведу ее и затем уйду. И больше я не...
не ступлю ни ногой в этот дом. Похоже, агент недвижимости видел ту же девочку. Может быть, в конце концов, она реальна? Не знаю, что реально, что нет. У нас ключа нет. Вот что я знаю. Но у нас есть кусачки, а кусачки нам помогут только на кладбище. Да. Блин, бесит менюшка, постоянно вылазящая. Ненужная. Хорошо. Котик есть. Далее. У нас есть вес. У нас есть дохера ненужных вещей. Опции. Понимаете, проблема здесь в том, что ты немножко не соображаешь, куда использовать некоторые предметы. Вот, у меня только... Ну ладно, сюда печать, короче, к бабке в комнату. Бабки в комнату. Ну, типа, и что я здесь есть делаю? А что? По факту мне... А, потому что там, может быть, письма имелись в виду. Так, подожди, роза... И поджечь. Моя дедушка умер сразу после ссоры с моей бабушкой. Она так и не простила себя. О, сундук появился. Ключ, 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 ключи, ключи, ключи. Это мы сейчас типа ищем все возможные ключи. Еще три ключа. О, банк открылась. Шпилькам. Ключи, ключи. Лезвие. Ключи. Ну не от этого бардачка. Вот снова же минус, как я и говорю, типа, нужно вспоминать, где мы что видели. Бардачок, какой бардачок имеется в виду? Бардачок у нас есть в доме. Вы здесь. Нет. Так, сюда сразу я закину оленя, а это кот. Бардачок здесь закрыт на другое. Бац, 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 ванна, комната. Бардачок у нас еще есть в этом. На первом этаже на ящике. Бардачок. Что хуям за бардачок? Бардачок, бардачок. Здесь нужны слоны. Здесь у нас ничего нету. Кухня. Здесь у нас тоже ничего активного. Остался дом. Ну, боже, бесит. Тут и тут-то. Тут и тут-то, тут-то, тут-то. Точно.
А какого черта бардачок? Так, у нас по сути больше ничего нету, да? Ну, удочкой можно достать. Не могу достать. Достать что? Что достать? Что ты пытаешься достать? Я... Ладно. Еще светилось что-то на кухне. Вода снова есть. Спасибо. Спасибо, что есть вода. Можно легко играть, ну, на среднем, я имею в виду. То, что это жопа. От этого бардачка. Короче, я понял. Слишком игра заумная. Кран не двигается. Для чего мне тогда вот это было делать? Если я кошек уже... Все. Сейчас еще 3 комнаты у нас откроется. Но чтобы они открылись, ребята, нужно подождать следующую серию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.